воздухе. Эта еда предназначена для высших целей – насытить людей на высоте 1000 метров. Вот почему здесь не найдешь суфле. Оно уж точно не окажется на высоте. Это лишь один из факторов, который учитывают при приготовлении авиационного питания. Авиационное питание начинается со множества ингредиентов. На центральной фабрике в день производят 45 тысяч рационов. Как и в любом пищевом производстве, необходимо соблюдать гигиену. Готовят на жарочных столах длиной в 1,5 метра. На одном конце обжаривают большую порцию овощей, на другом пассируют картофель. Еду приправляют. Еда в перелетах не такая уж пресная, но атмосфера на самолете может повлиять на ваше восприятие. Считается, что низкая влажность и условия герметичной кабины заставляют вкусовые рецепторы работать менее эффективно. Примите это во внимание, когда путешествуете. Рецепты также зависят от направления. На рейсах в более экзотические места предложат более пикантные блюда. А на местных североамериканских перелетах обычно используют меньше приправ. Для мяса разжигают специальный гриль. Питание готовят не только для пассажиров, но и для экипажа. На многих авиалиниях пилот и его коллега должны есть разные рационы, чтобы минимизировать риск пищевого отравления, которое подвергло бы перелет опасности. Приготовленная пища будет подвергнута шоковому охлаждению в специальной камере. Руки снова обрабатывают при подготовке к сборе рационов. Начинают с пищи, которая будет разогрета на борту. Ее помещают в контейнеры из фольги. Внутренние контейнеры поменьше помогают контролировать размер порций. Их стараются не переполнять, чтобы еда не просыпалась. Немного соуса, щедрый шлепок масла, и у вас есть задатки для блюда первого класса. Все накрывают крышками и обязательно делают в них отверстия. При каждой смене меню шеф-повар встречается с представителями авиакомпаний. Он подает образцы блюд и обсуждает с ними ингредиенты. Часто проходят долгие переговоры, прежде чем меню будет принято. Каждая деталь спланирована, вплоть до тарелок и чашек, и как они должны быть расположены на подносе. Приходится постараться, чтобы все поместилось. Когда для всего находят место, кухня следует этой формуле. Как и с любой пищей, оформление много значит. Конечно, питание для пассажиров в эконом-классе попроще и планирование менее детальное. Заполненные едой подносы отправляются в тележки. И их помещают в большое охлаждаемое помещение, где размещают в соответствии с номером рейса. Долго они здесь не останутся, потому что каждый готовый рацион должен быть подан в тот же день. И все наземные работы точно принесут плоды, когда пассажиры будут в полете, ведь это питание высокого качества.